возражаете? Обед, борщ, тефть или компот? Борща не надо. Откройте пиво. Две яичницы с колбасой. Пожалуйста. Блестяще. Угодно? Ну-ну. Я ему сразу сказал. Еще пустой. Пустой номер. Вышел на перрон. И пошел за ней. Пошел. Галстучек поправил. Она впереди, он за ней. Я стоял с полотенцем около окна. Постучал. Муж жаль. Муж. Какой муж? Когда он в соседнем купе муж-то был. Я тебе говорю, муж, я же его знаю. Ну, милый муж. А почему вы не отвечаете, а? Нет, ну почему? Скажите. Ты, парень, силы сиди, не привязывайся. Нет, обратите внимание. Она меня презирает, как зэка. Да? Ты меня презираешь? А кто ты сама есть? Ты ищешь, да? Ты хочешь весело жить? Да? Все. Я все про нее знаю. Ты за такой же и сел. Срок дали. 2 года 6 месяцев. Мог выйти на полную десятку. А все вот из-за такой. Чего ты мелешь? Заткнись. Ты, парень, сел и сиди, и не привязывайся. Видишь, как взлетела. Ты тоже правду не любила слушать. Пошли на танцплощадку. Она говорит... Принеси что-нибудь попить. Возвращаюсь с вишневым напитком. Еле достал. А она уже с этим пижоном, Манечкой, пошла. Нарочно мимо прошла. Задом вертит. Ну и сказал, кто она есть. Она сама бить не стала. С очка своего подвигает. Мол, видишь, меня оскорбляют. Того самого от страха в пот ударила. Ну, бутылка в руках была. На вид жидкий был. Но ничего, крепкий оказался. А то бы все 10. Ишь, как она смотрит. Жжет. Да тоже так смотреть могла. Чего я ее пожалел? Женщина. А что вас жалеть, если вы можете так поступать? Идиот несчастный. Нет, милочка, я не несчастный. Я ученый. Я и правду видел, и кривду видел. А вот тебя жизнь еще поучит. Узнаешь, как она прополаскивает таких крашеных. Дорогой, оплатить кто будет? Под блюдцем. Глядеть надо. Скажи, пожалуйста. Гордый? А вы говорите, все ценности – миф. Я так не говорил. Почему же все? Не все. Ну, например? Вот, например, не миф. Так. Ну да, в этом есть нечто материальное. Пока не выпьешь. А потом все уходит паром. Так что как раз миф. Не могу с вами согласиться. Чистейшая реальность и способствует освобождению духа, заметьте. Вы его не агитируете. Он в этом прекрасно разбирается. Теперь пьет минеральные воды. Ну, тогда все понятно. Вы просто завидуете. Ну, почему? А вы презреете? Не могу. Себе дороже. Ваше здоровье. Положительно не миф. Прекрасно.
Ну, а любовь? Любовь даже не миф, а некое курьезное заблуждение подростков. Влечение, реальность. И при том из наисильнейших. А жизнь? Жизнь? Жизнь — миф. Изначальный миф. Полнейшая бессмыслица. Да. Так чего ж тянуть? Простите, как вы сказали? Я говорю, чего ж тянуть? Кончить разум, да и все тут. Хоть под колеса. Ну, быстро и без хлопот. Нельзя. Нельзя. Инерция держит. Держит. Инерция. Рудиментарная концепция тектонически адекватных ощущений. Нет, это вы славно сказали. Я рад, что вам понравилось. Да, пока еще вот это тоже не миф. И далеко не миф. Желаю здравствовать. Всего хорошего. Как ты думаешь, кто он? А ты что, не узнала? Нет. Это же Демокрит. Эй, Баргузин, пошевели мой волос, молодцу плыть недалечко. А ты знаешь, что такое Баргузин? Так точно, пожалуй, не знаю. Ну, наверное, такой здоровый вроде этого. Вертит вал на перевозе. Нет? Нет. Вал — это волна. А Баргузин — ветер. С Баргузинского залива на Байкале. Никогда бы не подумал. Посмотри, какая тоненькая девушка несет книги. Почему ты решил, что книги? Видно. Посылка, книги, почты. Подумайте, какая точность. И вовсе не девушка, а так девчонка какая-то. Ну почему? Девушка. Ну хорошо, хорошо, пускай девушка. Тоненькая девушка мелькнула за окном. Боишься меня? С чего бы? А вот. Нет, не боюсь. А все-таки? Нет, что с меня взять? А что там у тебя? Книги. Тебе это ни к чему. С девушки всегда найдется, что взять. Это что же, честь? Честь надо иметь свою, а чужую взять невозможно. Ишь ты, какие притчи загибаешь. Очень назидательно. Ты кто? Какая разница, человек? А, ну, конечно. Ах, вот в чем дело. Романтики пожаловали. Кто-то, я думаю, что это столько мусора в тайге. Бутылки, банки, бумага. Романтики пожаловали. Я райские травы ногами топтал. Весь день, пока солнечный диск стоял, я райские травы ногами топтал. Всю ночь, пока звезд хоровод мерцал, но настал мой черед по земле ступать, и рожая меня застонала мать. Быстротой мои ноги нынче ветру сродни, но по райской траве все тоскуют они,
Но по райской траве все тоскуют они. Ну ладно, вы все из-за собой уберите, чтобы следа не осталось. И костер залить не забудьте. Ладно, шагай, шагай, шевели ногами. Сама не насори по дороге. Тут, говорят, медведи встречаются. Ну, ладно, хватит. А все-таки ты кто, а? Послушай, я где-то тебя встречала. А? Ну, я тоже употребляю этот прием, когда хочу познакомиться. Господи, какая чепуха. Это все-таки ты кто, а? Я тебя все равно найду, вот увидишь. Здравствуйте, Тонечка. Здравствуй, Лена. А папа где? В лаборатории. А, Роза, собака. Какая же ты Роза, когда черная. А, Роза. Что, так не встает? А, встает, уже ходила по двору. То и сделается. А, Роза, какая же ты Роза, когда ты вся как есть черная. Роза. Меня зовут Лена Бармина. Родилась я в Сибири, мне 17 лет. Ну, сейчас кончаю школу. А отец Александр Александрович Бармин, ученый-биолог, он заведует этой станцией. А мама у меня умерла, когда мне еще 4 лет не было. Я не помню совсем. Вон и портрет у отца в кабинете висит. Ну, а вот в этом доме я родилась. Прожила с отцом всю свою жизнь. Вот им атлас прислали. Атлас Иркутской области. Шикарная штука. Сейчас, тут где-то Байкал должен быть. Вот Байкал. Вот здесь мы живем. А это тоже Байкал, бухта песчаная. Мы с отцом тут очень много раз были вместе. Тут летом так тепло, даже купаться можно. Вообще-то я теперь знаю хорошо. Ну, потому что отец всегда меня с собой в поездки берет. Правда, сейчас он реже ездить стал. Да и я выросла. А то зимой мы всегда на Бургузи, на Ольхон ездили. А впрочем, в этом году тоже много всякой езды было. Были в Братске, в Усть-Куте, на обратном пути в Ангар заезжали. Но вот на Западе дальше Тюмени ни разу не было. Ну, ладно. Сейчас я вам кое-что покажу. Вот все эти книжки собрали мой отец, дед и прадед. Мой прадед был политическим. И после каторги поселился здесь, на Байкале. Ну, с тех пор мы всегда жили здесь. А вот по этой книжке я училась читать. Это очерк истории Сибири. Здесь все про Сибирь до 1909 года. Племена, народности, открыватели земель, всякие губернаторы, священники. Отец как-то сказал, что если книжка была позже издана, тут обязательно были бы портреты и деда, и прадеда. Но она до революции издана, тут Ленина туда же нет. Но все равно книга очень хорошая. Здесь собраны богатейшие сведения. Вот видите, она очень хорошо иллюстрирована. Да, самая интересная надпись. Вот. Это дед в качестве эпиграфа сам написал. Вот это его рукой написано. «Во глубине сибирских руд храните гордое терпение. Не пропадет ваш скорбный труд». Вот, не могу спокойно эти строки читать. Чего всегда горло перехватывает. Ну, а вот здесь семейные альбомы. Ну, вот, отец сам снимал. Видите, какая панорама большая. Тут, правда, не совсем все сошлось. Вот он даже тут что-то подрисовывал. Но все равно красиво. Это ворота в Малое море. А это мы с отцом на Ольхоне. Знаете, удивительный остров. Вот весь этот лед настывает в начале зимы. Когда бьют шторма, и Байкал еще не стал. Конечно, все это очень красиво, но ходить — истинное мучение. Ну, просто ноги обломаешь. Лед же острый.
Тихоне, вы знаете, очень много собак. Не знаешь, какой они там породы? Скорее всего, дворняги. Ну, такие симпатичные. И откуда их столько там понабежало? И вот это мне тогда так понравилось. И уже отца почти уговорила взять. Хозяин не разрешил. А это мы с отцом на Шаман Камне. Ну, про него-то вы, наверное, слышали. Это тоже на Ольхоне, возле самого Хужира. Вот видите, какая с него панорама открывается. А оттуда на Бургузин мы ехали прямо по льду. А по дороге к рыбакам заезжали, на подлёдный Луфумуль. А вот по такому льду идти просто одно удовольствие. Ну, потому что все видно насквозь. Идеальная прозрачность. Я даже один раз видела примёрзшего ко льду муля. А ведь лёд 1,40 м. Но вот когда сарма падает, на ногах с ним стоишь. Он отец со Степан Степановичем Козулиным. Вот попробуйте до них добраться. Да, доложу я вам. Работка. Это хорошо смотреть. А попробуйте тащить сеть, мороз 30-35, плюс сарма. Отец только говорит, посмотришь и есть не захочешь. Ведь это все голыми руками. Рукавицы-то и то руки зайдутся. А вот Степан Степанович непременно навешивает на передок машины двух амулей. Это уж традиция. Для расколотки. А знаете, что такое расколотка? Это мороженый омуль, расколоченный обухом на пороге. Что-то именно обухом и обязательно на пороге. А потом немножко посолить прямо на стол. Вот я люблю прямо с мороза за стол. А печка топится, гудит. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Хорошо. Вот сейчас на Байкале везде электричество. А раньше я любила, когда у керосиновой лампы под рюмочку, расколотку заходили разговоры. Ой, о чем только не говорили. А в центре всегда отец. Потому что он знает много. По-моему, он знает все. Его можно о чем угодно спросить, он всегда ответит. Отец ведь прекрасный человек. А это в Ольхонской школе. Вот видите, опять Шаман Камень. Это художники в каникулы жили в этой школе и в благодарность расписали им сцену. Отец выступает с лекцией. Вот его попросят, он никогда не откажет, обязательно выступит. И мне там не раз приходилось слышать. Вот как о нем прям так и говорили. Прекрасный человек. А действительно, ведь никогда не повысит голос, как бы не волновался. Нет, вот один раз он сорвался. Был 3 года назад. Я тогда испугалась до полусмерти. Ну, я стояла в малиннике. А Коля Ткаченко... Ой, чудак невозможный. Но он сейчас такой же. Тоже подошел, стал есть малину. А потом вдруг ни с того ни сего говорит. Лен, хотите, я вам по руке покатаю? Ну, я руку-то протянула, она вся в малине, представляете? Ну, он наклонился и поцеловал ладонь. Отец видел. Я поняла, что видел, когда он нарочно громко окно захлопнул. На следующий день вхожу в лабораторию, а отец, ударяя тетрадью по столу, кричит. Если вы будете так работать, уважаемый, из вас вообще никогда ничего не получится. Можете себе представить, Коле, любимому ученику, на вы, уважаемый, когда я вошла, повернулась через плечо. Что тебе? Тогда пробка и вылетела, проплакала до утра. Слышала, как отец все ходит, ходит за стеной. А утром я слышала, как он приглашал Колю обедать. Таким потерянным голосом, что я опять заревела. Коль так обедать и не пришел. На следующий день подошел ко мне и говорит. Ну ладно, об этом как-нибудь потом. Я же об отце рассказывала. Вот дядя Митя, папин брат, Митя Саныч. Это дом в Иркутске. А вот его тут лучше видно. Вот видите, смеется. Ну всегда такой. Всегда смеется. Я прямо его очень люблю за это. От Лина. Я уж не знаю, кем она мне приходится. Может, тетка, может, двоюродная сестра. В общем, это его невестка. Такая боевая. Вообще, она, конечно, славная. Но вот года 2 назад, ну, я тогда еще совсем маленькая была,
У нас не получился конфликт. А вот, как раз там снимали. Справляют дядь Митин юбилей. Ой, вы не представляете, дня три пировали. Тут жалко, мало народу. Там, наверное, человек 100 было. Все что-то кричали, кричали. Ой, не представляете. Зачем прибежали? Вы же простудитесь. Да ничего. Ступайте домой. Пойдемте, ладно, пойдемте. Пойдемте. Все, пошли. Ой, Ленка, ну и вредная же ты. Приезжайте. Всего хорошего, счастливо. А, повела. Ладно, хватит оглядываться. Пошли, пошли. А вот Братск. В прошлом году мы ездили в гости к Константину Андреевичу Князеву. Они с отцом дружат уж не знаю с каких пор. Я в Братске давно была. Тогда мы еще застряли километров за 100 от Братска. Дороги-то не те были. Так сели, что ни туда, ни сюда. По самое брюхо. И только на рассвете попутную машину вытащила. Строители ехали. Ну и выволокли нас грешных. Один парень, тощий такой, больше всех суетился и все кричал. Чащи, чащи под колеса. А подкладывал по веточке. Мора. А в этом году мы полетели в Братск самолетом. Я летела в первый раз. Было совсем что-то неинтересное. Но же, видишь, одни облака. Ночевали у Князевых. А утром, когда подъезжали к плотине, отец расчувствовался, глаза заблестели, отвернулся. А потом сказал, только ради этого стоило прожить жизнь. Я очень удивилась, потому что ведь он совсем не сентиментальный человек. Вот как раз мы с отцом у станции. Вот отец. Он все хотел, чтобы я посмотрела именно оттуда. От меня-то было еще красивее. Действительно, когда смотришь на всю эту махину, ну просто невозможно избавиться от мысли,
что люди все это сделали своими мягкими пальцами. Перекрыли ангару. А Иван Иванович Наймушин еще рассказывал отцу. Когда первый раз приехали сюда на Подун, один из здешних подошел и спрашивает. А этого чего же, однако, затеяли? Так вот, хотим ангару перекрыть. А ничего, однако, не получится. И пошел. А потом Князев повез нас к барельефу. Там изображено освоение Сибири. Мне очень понравилось, что про декабристов не забыли. И все это сделано как будто детской рукой. Красноармеец, знамя, портрет. А другой портрет я видела в вестибюле. Тут во всю стену. Он сделан из сибирских и уральских яшм. Мозаика. И смотрит на станцию, на ангару. Из кабинета Князева тоже вид отличный. Он открыл бутылку шампанского, которое всегда держит для дорогих гостей. Это он сам так сказал. А потом подарил мне значок с изображением станции. И так было хорошо на душе. Такое прекрасное настроение. Как-то и уезжать-то не хотелось. Такая кругом красота. А когда ехали обратно, навстречу нам попались парни. Ну, парни как парни, что-то шли по обеим сторонам дороги, перекликались. Когда поравнялись с машиной, один ни с того ни с сего выругался по матери. Никогда не забуду отцовское лицо. Его как будто всего перевернуло. А Князев остановил машину парней и побежал догонять. Не догнал, только рукой махнул. А это я сама снимала. Мне понравилось, я сняла и вклеила в альбом. Отец как-то увидел, спрашивает, зачем ты сняла эту мертвечину? Я говорю, красиво. Он говорит, мертвечина не может быть красивой. А потом, правда, добавила, впрочем, как знаешь. А вот из-за этого леса они еще и с Князевым поссорились. Это было на рыбалке, на Братском море. Отец так отвечал. Как можно было пойти на это? А Князев говорит, послушай, тебя мы до сих пор бы ни одной гидростанции не открыли. Ну, потом они, конечно, помирились. А на обратном пути мы заезжали в Ангарск. Там клуб открывали. Приглашали отца на открытие. Пожалуйста. Ну, кажется, при желании все можно сделать. Конечно, можно. Вы знаете, такого красивого здания я никогда в жизни не видела. Все залито светом, всюду растения вьющиеся. Они там устроили шефские отношения с Сочи, им шлют всякие саженцы, пальмы без конца. И директор клуба сказал папе, вот таким образом мы решили бороться с зимой. И отец даже обнял его за эти слова. Потом был концерт. Вот я сняла там несколько моментов. Это химики, студенты. Оперетку показывали, мадемуазель не тушь. Чем вздумалась оперетки ставить? Вообще-то не здорово получалось. Не дам жида, ведь безнадежно. Она его в полон взяла. И жгучим поцелуем нежно. Всего героя обожгла. Но любви такой ужасный, да и стал солдат несчастный, быстро тускнел его наряд. А почему? А потому что оладяным был солдат. Это что ж такое? Что тот самый парень. Как-то я сразу не сообразил. Мяу. 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 Ну,
конечно, это он. К концу быть поздно или рано. И в песне есть, конечно, он. Родился от всего романа. У дамы целый эскадрон. Полтысячи всадников с оружием. Готовых тотчас выйти в бой. Так мы порой игрушкой служим. Фортуне ветреные злобы. Еще ты миленькая шуточка с топориком. Лицо, как у ангела. А потому что оловянным был отец. А потому что оловянным был чей. Мяу-мяу. Просто клад такой солдат. Ну, попробуйте, поймите такого. Да, солдат лицом любви суровый. Но без упрека и стыда не дрогнет никогда. Да. А это Наташа. Тоже там выступала, танцевала индийский танец. Знаете, она меня просто поразила. Отец тогда тоже очень удивился. Потому что он был в Индии и говорит, что ну ничего подобного он там не видел. Представляете, всего 18 лет. И уже чего человек достиг. Так она не только танцует, она преподает еще. А потом нас повели в бар. Там два бара, поменьше и побольше. Ну, большой, конечно, Баргузин называется. На что получше не откроют, обязательно Баргузин. Нас усадили у стойки на высокие табуреты. Пить коктейль. Но отец сказал, что сидеть так высоко ему трудно. Что в угоду уже пора ногами до пола доставать. Ну, тогда все решили перейти за столики. Объединиться со всей компанией. Ну, а там кто-то знал, что был день рождения отца. Все встали, выпили за его здоровье. Ой, отец тогда ужасно смутился. Ну, потому что он свой день рождения никогда не празднует. Он говорит, что наступает пора, когда об этом лучше не вспоминать. Ну, это он так, для красного словца. Вы бы его на лыжах видели. Уже подранок пошел. Ну-ка. Это у нас был такой случай в Голоустной. Там же заповедник. А это вздумал в оленей стрелять. Хорошее дело. Что за новости? Брось снег сейчас же. Потом я этого парня еще в Усть-Куте встретила. Что его туда занесло? А на ночных кустах я дорога я, а выхожу один на дорогу я. Темнота кругом, не светаная, задремала ночь, беспредметная. Ну что, догнала интеллигенция? Это кто ж такая, Жень? Да так, одна знакомая. Спасибо. Лена, ну что ты там? Иди. Видаль деятеля, а ему хоть бы что. Совершенно доволен собой. Хорошо, хоть отец его не заметил. А так вот насчет строк. Этого дела так не оставил. А вообще у нас в Сибири таких парней очень много. Всем дома не сидится, тянет их куда-то. Все больше на север, на север. А сейчас север в моде. За деньгами гоняются. А может так, просто охота к перемене мест. А вон папа пришел. Давно пришла? Нет, только что. Я за книжками ходила. Вот тебе атлас прислали.
Атлас, вот это хорошо. Хорошо. Руссо. Что-то не помню, что пописал. А это я выписал. Ишь ты. Исповедь. Ну что ж, книжка откровенная. И мысли глубокие есть. Только предвзятые. Предвзятые. Это ты говоришь? Ну, тут каждая мысль твоя. Ну, откуда ты знаешь? Ты же еще не читал? Ну, то есть как не читал? Еще в восьмом классе читал. В восьмом? Да. А это выписал, чтобы своя была. Интересно, чем не в пятом. А что? Да. Ну, дорогие мои, чувствуете ли вы, что это ваш последний урок? Рада, поди-ка. Да, пока особых огорчений не предвидится. Вот разве что пока. Еще не раз вспомните школу. Ну что ж, давайте помечтаем на прощание. Давайте помечтаем. Не может не споясничать. Рос-рос, так и не вырос. Почему же? 1.85 м. Так мне надоело. Вот именно. Алфимов? Да. Что задумал, на чем порешил? Да хотел бы попробовать в летчике. А я в переплетчике. Переплетчик тебе ни к чему. Тебе хорошо бы в цирк. Нет, в цирк я не пойду. Опасно, упасть можно. Головку ушибить. Упасть можно и не в цирке. Садись, Алфимов. Бармина. А ты о чем мечтаешь, Лена? Хочу, чтобы все люди научились говорить то, что думают. Слов просто тебе не скажешь. Я же не о людях спрашиваю, а тебе самой. Ты-то сама чего хочешь? Вот я сама и хочу, чтобы все люди научились говорить правду. Вот и покажи пример. Не залетай под небеса, просто по-человечески. Что сама-то думаешь делать? Хочу остаться здесь, на Байкале, с отцом. Ну, вот это уже ясно. Скромно и удобно. А почему вы так говорите? Ведь вы меня совсем не поняли. Ну, где уж нам понять в темноте нашей серости. Садись, Лен, садись. Работать буду, разумеется. Разумеется. Садись, Лен, садись. Почему люди так плохо понимают друг друга? Надо об этом подумать как следует. Но сейчас некогда, потому что приехала Катя. Катя Алзовна. До 4 класса она была моей лучшей подругой. А сейчас мы отвыкли друг от друга. Кто из вас знает, как встретимся? Она теперь балерина. Кончила школу Большого театра. Поди-ка важная стала. Ну и будет танцевать себя в Улан-Удэ. Она буретка. Вон она стоит с ребятами. Катя! Генка, блин, ты моя хорошая! Привет! Ой, какая ты тоненькая! Совсем взрослая стала. Пошли ко мне? Пошли. Привет! Пока. А я думала, узнает она меня или нет. Ну, еще чего. Я вижу, у тебя походка какая-то удивительная стала. Балетная? Ишь ты. А что, мы все так ходим? Помоги-ка. Ну вот, теперь с этим покончено. А помнишь, как мальчишки нас терзали? Да. Так повыросли проклятые, я даже сразу не узнала, кто есть кто. Верно, мучили. А теперь наша пора пришла их помучить. У тебя есть кто-нибудь? Как это тебе удалось? Ну, если не в школе, так, может, еще где? На станции? Хитришь. Ну, что ты скрываешь? Я ведь все равно узнаю. А у тебя?
Есть. Такая любовь. Смерть. Сердце разорвано пополам. Почему? Ну, сообрази. Он там, а я тут. Ты бы видела его в танце. Гений! Два последние года был моим партнером. Вовсе какой-то не балетный. Сила в каждом движении. Мысль и сила. Танцевали ПДД из Лебединого на выпускном. А я ничего не вижу, ничего не слышу. Только в голове стучит, стучит. В последний раз. В последний раз. Вот и все. Вот я тут, а он там. Помучаем. Нет уж, видно, это теперь нам мучиться до конца дней. Если такая любовь, так почему же он не с тобой? Шутишь? Это же Москва. Большой театр. Если такая любовь, все можно поломать. Ты-то откуда знаешь? Нет, не все. Да его и театр-то не отпустит. Он гений. Понимаешь? Гений. И такого больше не будет никогда. И вот я тут, а он там. Смотри. Давай. Много фиолетов стало. Тут обычно хлопают. Ну, хлопай. Куда ты смотришь? Совсем белый стал. Никогда и никого я не буду любить больше тебя. Никогда и никого. Сказал два слова. Писал ту глупость.
Что ж. Откуда? Надо идти. Все равно папа сейчас позовет. Вот, познакомьтесь. Мой ученик Каченко. Коля. Лена, ты дома? Дома. Иди сюда, познакомься. Ну, как же вы добирались на Волге-то? Протрясло, да. Наверное? Да, дорога была трудная. Потрясло немного. Все это нужно перестраивать заново. Дорога нормальная. Смотрите, сколько книг. Да. Смотрите, целый капитал. Вы что же, здесь постоянно живете? Да, здесь постоянно живу. Езжу в Иркутск, читаю лекции в университете. И кафедра. И кафедра. Основная работа здесь, конечно. Лаборатория рядом. И Байкал. Здравствуйте. Вот, познакомьтесь. Дочка. Лена. Черных. Василий Васильевич. А это товарищ Иванов. Отчество, извините, не расслышал. Иван Сергеевич. Иван Сергеевич Иванов. Комбинация нехитрая. Да, библиотека у вас знатная. И такую за одну жизнь, пожалуй, не собрать. Да, здесь есть очень старые книги. Еще от моего деда остались. Потом отец. А вот теперь дочка собирает. Да, ну, видите, целая традиция. Да, если хотите. А зачем сил необходимости? Телевизора не было тогда. И у моих книг набирались. Неплохо получалось, надо сказать. А фамилия-то у вас сибирская. Я здешний. Да что вы говорите? Да, из Байкалия. А именно? Из-под Читы. Хорошие места. Учился, правда, в Ленинграде. А работать пришлось больше в Карелии. И все вот под руководством Ивана Сергеевича. Ну, я кушал. Ну, так что, Иван Сергеевич, это же факт, с этим поспоришь. Вот теперь, значит, и до родных мест добрались. Да, привела судьба. Да, вот именно. Добрались и до здешних медвежьих углов. Тут и небось медведи в панике. Шорох идет по тайге, говорят, едут цивилизаторы. А что вы думаете? Заведем здесь цивилизацию по первому разряду. А вы, Александр, слышал, как-то это не приветствуете? Или зря говорят? Ах, вот в чем дело. Вот что, Лена. Приготовь к нам чаю. Так вы что же, вообще против освоения Сибири? Это, знаете, как-то даже удивительно. Откуда вы это взяли? Речь идет о сохранении природы. Давайте сразу уточним. Человек для природы или природа для человека? А вот это демагогия. Коля. Видите, сразу демагогия. Александр Александрович, я только хочу сказать, что человек тоже часть природы. К тому же зависимая часть. Но мыслящие, что весьма существенно. Тем более. Правда, тут, как и во всем, бывают досадные исключения. Вот эту мысль я охотно возвращаю вам. Коля. Храбрый молодой человек. Схватились крепко. Позвольте мне в виде реплики. Вообще говоря, с вами нельзя не согласиться. Человек часть природы, да. Мыслящий, зависимый, как хотите. Только зачем уж из природы-то делать какой-то мертвый фетиш? Ведь нам же с ней жить. Если уж дошло до формулировок, я бы сказал как-нибудь так. Не назад к природе, а вперед к природе. Да, но к природе. К природе. Как быть, природу-то надо беречь, это главное. А искать вокруг этого вопроса какие-то
Обтекаемое решение не стоит. Всякие ужимки и прыжки здесь просто не помогут. Да, но заметьте, Василий Васильевич, пока вы не сказали ничего конкретного. А по опыту мы с вами знаем, как говорится, не разбив яйцо, не сжаришь яичницу. Да так-то оно так. Только опыт-то у нас с вами в этом случае главным образом негативный. А здесь, как видно, придется делать все иначе. А лучше не делать совсем. Дело в том, что это не вообще природа. Это Байкал. Достояние всей страны. А вернее, всего человечества. Явление феноменальное, значит, заповедное. Есть, хотите, неприкосновенное. Неприкосновенное. И оберегать его надо по-особому. Так, пошли по второму кругу. Ну что ж, я могу и по пятому, и по десятому. До тех пор, пока это не будет понято. Желаю успеха. Что же вы думаете, нам хочется калечить эту красоту? Что мы, изверги, что ли, какие? Я понимаю вас. Калечить не хочется. Но будете. Так ведь решение-то уже принято. Значит, будем бороться. С кем? С государством? Это я уже знаю, знаю. В таких случаях, извините меня, принято всегда ходить с больших козырей. Государство, народ, понимаете ли. Будем бороться против тех, кто не хочет понять простых истин, да еще других вводит в заблуждение. Кого же вы имеете в виду? А. Александр Александрович, как бы дело ни обернулось, вот этот разговор был не впустую. Хочется думать. Да нет, я ручаюсь вам. Извините нас за вторжение. Не держите зла. Дело-то общее. Казалось бы. До свидания. Прошу извинить. Ну, что, что бывает. Я все слышала. Прям не укладывается. Что ж такое? А вы молодец, Коль. Дрались, как лев. Лена, никогда не делайте этого. Никогда. Это просто нечестно. Хорошо, не буду. Но где все-таки будут строить? Как где? Вот тут, в самой непосредственной близости. Нет. Да не нет, а да. Что у вас здесь написано? Позвольте-ка. Невразумительно. Господи, понапишут же. Именно невразумительно. Виноват, но таков текст. Пишут, что попало. Нужно писать разборчиво. Я это непременно учту. С вас 99 копеек. Пожалуйста. Возьмите копеечку сдачи. Спасибо. Простите, вы не могли бы мне помочь в одном деле? Охотно. В каком именно? Понимаете ли, меня интересует Байкал. Байкал. Так. А вы не ошиблись адресом? Это ведь Новосибирск. А Байкал, он, видите ли, под Иркутском. Правда, расстояние небольшое, всего каких-нибудь 2000 километров. Но все-таки это не совсем тут. Да нет, вы меня не так поняли. Давайте разберемся. Только предлагаю пойти на улицу. Там как-то уютнее. Пойдемте. Видите ли, меня интересует не Байкал, а проблема Байкала. Именно проблема. Проблема? Разве есть такая проблема? А вы разве не знаете? Ну хорошо, пусть проблема. Но какая? Лимнологическая, биологическая, метеорологическая, геологическая? Какая именно? Проблема сохранения Байкала. Ах, вон она что. И что же у вас есть на этот счет своя точка зрения? Моя точка зрения тут ничего не решает. Я только журналист. Это я понял. А разве журналист не должен иметь своей точки зрения? Этого я вам не сказала. Просто сейчас меня интересует мнение ученых. Вот вы ученый? В некотором роде. Кстати, мы с вами не познакомились. Меня зовут Валя Королькова.
Очень приятно. Яковлев Геннадий Андреевич. Очень приятно. Если угодно, Гена. Видите ли, этой проблемой интересуются многие ученые. Но я, пожалуй, дальше иных от нее, так как по профессии энергетик. Скажите, а проблема питания вас не интересует? В каком это смысле? В наипростейшем. В смысле поесть. Скажем, в доме ученых. Это недалеко. Вот еще одно интересное произведение. Или вот это, вот. Заслуживает определенного внимания. Ой, что это они все на одно лицо? Нетрудно догадаться, это, очевидно, родственницы. Родились в одной семье, сразу, ансамблем, и с тех пор танцуют. В современных семьях это довольно частое явление. Так как вам все это нравится? Не все. Да? И вы знаете, не все ваши шуточки. Валя, за что? Вы уже хотите со мной поссориться? Нам, очевидно, нужно просто как следует поесть. И все сразу станет вокруг голубым и, пожалуйте, и зеленым. Вот увидите. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, Геннадий Ильич. Здравствуйте. Мы не помешали вам? Нет, ничего, пожалуйста, садитесь. Это приезжий товарищ из газеты. Очень интересуется проблемой Байкала. Не могли бы вы уделить ей, так сказать, несколько минут? Ну, знаете, за несколько минут, пожалуй, ничего и не расскажешь. Сергей Львович, а вы выступали в печати по этой проблеме. У меня к вам есть один вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к строительству целлюлозного завода на Байкале? Вы хотите, чтобы я сказал кратко? Кратко – это значит отрицательно. По какой причине? Ну, вряд ли я скажу вам что-нибудь новое, если я скажу, что это строительство угрожает превратить Байкал в грязное озеро. Ведь вода в нем уникальная. В мире нигде почти такой воды нет. Это бассейн, содержащий почти дистиллированную воду. В ней совсем нет кремния. Словом, это такая сокровищница, о которой трудно даже сказать что-нибудь преувеличенное. Теперь, целлюлозный комбинат будет брать оттуда чистую воду и спускать туда грязную. Они говорят, что они будут очищать это, но вы знаете, если бы они очистили до конца, так можно было бы эту же самую воду использовать. Очевидно, они будут все-таки загрязнять Байкал. И потом не скоро, много сот лет может понадобиться для того, чтобы его очистить. Ну, спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Приятного аппетита. Всего доброго. До свидания. До свидания. Пожалуйста, где управление строительством? А вот так, прямо через нас и пойдите. Спасибо. Пожалуйста. А когда я, да? Смотри. Осторожнее. Мерси. Извините, пожалуйста. Испачкался весь прям. Сейчас там она его встретит. А что, все-таки с подарком идет? Если нанесет. Ну что, донесет. Парень самостоятельный. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, товарищ Черных у себя? Он занят. Подождите его. А когда? Вармина, заходите. Только, пожалуйста, ненадолго. Немало ли вас, не надо ли нас? Привет. А, здравствуйте. Там кто? Там девчушка одна зашла на минутку. Ты подожди.
девчушка, это не опасно. Девчушка может переждать. Ну, через 8, через 8. Устраивает? Вы знаете, вы меня просто ошеломили вашим сообщением. Ну, а что ж тут такого? Только не подумайте, что мы из какой-то там благотворительности. Ну, вы же знаете, насколько это на отца не похоже. Просто решили, раз все прочитано, нет смысла держать дома. Да к тому же и дом назначен на снос. Как на снос? А, да нет, это еще не решено. Ну, почему не решено? Наверное, решено. Во всяком случае, нас уже предупредили. Не решено это еще. Мы еще к этому вернемся. А это что, тот самый завод? Да, вот это тот самый завод. Видите, какой красивый. Да, особенно дым из труб. Дым-то? Тут, если уж быть честным до конца, так его будет побольше. Дыму-то. Это художник просто. Чтобы не возбуждать лишних страстей, взял несколько, смягчил. Удивительно. Что удивительно? Ничего. Ну, вот, собственно, и все, что я хотела сказать. Вернее, почему вы так торопитесь-то? Ведь это же надо обсудить. Что обсудить? Ну, ведь это же целое событие. Шутка ли такая библиотека? Надо как-то в печати, что ли, осветить? Или как это делается-то? Ну, вот уж это совсем ни к чему. Мы, знаете, совсем не для этого. Ну, а так тоже нельзя. Что нельзя? Нельзя доброе превращать в злое. Да, вот это уж действительно нельзя. Так, присядьте-ка на минуточку, присядьте. Да. Все хочу каждый день забежать к вам, поговорить. И каждый день вот такая история, едва до постели доберешься. Что, Александр Александрович, как он там? Ничего. Сейчас его здесь нет, уехал к зоологам. Здесь сейчас, собственно, и делать-то нечего. Ведь все остановилось, работа свернута. Да, да, да. Но этот образуется. Этот как раз образуется. Все встанет на свое место. Да, простите, пожалуйста. Знаешь, минутка затянулась. Пойди, Ноночка, скажи, по неотложным делам Коновалов. Там, может быть, тоже по неотложным делам. Потерпи. Ну, у меня ребята стоят. Стойте. Вы Коновалов. Ну, предположим, а что? То есть, как это что? Если хотите, я из-за вас приехала. Да? Интересно. Ну, уж не исключительно из-за вас, но в значительной степени. Вот, смотрите. Так, в гостях у гармонического человека поговорить с Коноваловым. Так это что ж, я гармонический человек? А что, у вас есть основания сомневаться в этом? Да нет, почему же? Дальнейшее покажет. Поговорить, поговорить, я не возражаю. Какой вы быстрый. Всему свое время. Да, так живешь и не знаешь, кто ты есть. Ну, поди, Ноночка, поди. Скажем, по неотложным делам, гармонический человек. В общем, плакала Саша, как лес вырубали. Ну вот уж это менее всего. Слушай, да что там так за девица особая? Дочка Бармина. А. Да, девица заметная. Я же из ваших посылок исхожу-то. И жизнь-то остановить нельзя. Ведь и красота понятие не статическое. Все движется, все развивается, вас же учили. Пожалуйста, двигайтесь сколько угодно, только хоть со смыслом. Ну, зачем же уж так-то? Будет смысл, уверяю вас, будет. Вручаюсь вам. Вы простите меня, пожалуйста, я перебил вас. Да нет, пожалуйста, пожалуйста. Вы можете что угодно говорить, я же все равно при своем мнении останусь. Ну, послушайте, цель-то жизни в красоте, чтобы вы там ни говорили. Ведь все остальное только средство к ее достижению и пониманию. С этим вы согласны? Ну, допустим. Но тогда почему же мы так робко стремимся к ней и так мало замечаем ее? Почему уродуем там, где она есть?
Почему так легко прощаем грубость в отношениях людей? Мы все измеряем работой, но ведь это только средство. Нет. Нет, позвольте тут не согласиться с вами. По-моему, работа — это главное удовольствие. А что же еще-то? Ну, хорошо, пускай удовольствие. Ну? Но все равно счастье это человеческое, не в лишнем куске, а в красоте. Ведь коммунизм-то и есть красота и чистота. Ну, хоть с этим-то вы согласны? Да вот хоть с этим-то я согласен. Только согласитесь и вы. Красота-то не создается тоже по воле заклинаний. Ведь в основе все равно будет труд человеческий. То есть, простите, хозяйство, экономика, расчет. Вы вот сейчас сказали, счастье не в лишнем куске. Да, это когда он есть. А я вот в деревне в военные годы, в детстве, хлебнул голодухи, хлебнул. Выше нормы. Так для меня лишний кусок был счастьем. Даже если он был сметиной пополам, а то и жмых. У меня, простите, пожалуйста, не обо мне речь. У нас такой судьбой огромное множество людей. И все хотят счастья, красоты. Ну, хорошо, хорошо, я все это могу понять. Но если все время оглядываться на жмых и мекину, тоже ведь далеко-то не уедешь? Безусловно, я вас к этому не призываю. Будешь меня простить, что я так говорю? Нет, пожалуйста, пожалуйста, разговор-то интересный. Да уж видно, какой интересный. Вы даже улыбаетесь, и не без снисходительности. Ну, в общем-то, все правильно. Сейчас вы скажете, что знаете жизнь, а, собственно, вы уже сказали. Но у меня никакого опыта. Так вот я вам скажу. Это, быть может, мое единственное преимущество перед вами. Потому что то, что вы называете опытом, может быть, просто привычка. Вот именно привычка к уродству и злу. А вы ведь вот только что сказали, что нельзя доброе превращать в злое. Вы же сказали? Ну, речь-то не об этом. Нет, об этом. Именно об этом. Да. Нет. Тут надо обо всем хорошенько подумать. Я уже подумала. Да? Вот видите, я не успела еще. Я пошла. Да, я еще хотела попросить вас. Да. Я бы не могла остаться в библиотеке книги выдавать. Вы здесь хотите остаться? Да, я никуда от отца не уеду. Это было бы прекрасно. Ничего, кроме благодарности, не могу сказать. Передайте, пожалуйста, от меня Сан Санычу большущий спасибо и поклон. Спасибо, передам. Ну, еще раз. До свидания. До свидания. Нет, простите, друзья, я действительно на одну минуту. Ну, если на минуту. Ну, вот значит, мы с вами условились. Пожалуйста. Может пригодиться как фон. Вдруг что-то придется изменить или вставить. Чего только не бывает. Но не хотелось бы. Ты понимаешь, сейчас в репортаже ставка на натуру. То есть все как есть. Правда, случается, что приходится кое-что подправить. А с ним тем более. С ним оказалось не так просто. Он чудной какой-то. Чудной? Но ты же пишешь о гармоническом человеке. Ну да, хочется как-то обобщить, но с ним очень трудно. Я ему свое, а он свое. Ну а что свое? Ну, знаешь, позволяет себе. Думает, если я женщина, то мне все это необходимо. Ну, может быть, просто дурак? Да нет, пожалуй. Скорее, избалован ужасно. Ты знаешь, очень трудно быть девушке-журналистом, когда еще сама ничего себе. Ну, а ты сама-то веришь в гармонического человека? Ну, слушай, надо же улучшать. Может, пока и нет, так потом будет. Вот ты ищешь примеры хотя бы относительные. Все-таки работает он здорово. Работает, да. Только выпивает, кажется. Ну,
А ты хочешь, чтобы еще и не пил? Такого не бывает. Ну, почему бывает? Ну, например. Ну, например, мой отец. Ну, это совсем другое. Почему другое? Во-первых, он интеллигент. А потом пожилой человек. Это совсем другое. А он молодой такой же был. А ты откуда знаешь? Когда он был молодой, тебя вообще не было. Да так, от других слышала. Ты знаешь, людям свойственно идеализировать прошлое. Прошлое. А отец никакое не прошлое. Он самое что ни на есть настоящее. Ну не злись. Я же просто так сказала. Абстрактно. Я ж его и не знаю совсем. Уж когда он только приедет. Ну, смотри. У меня записана встреча с Бруниным. А что ему сюда торопиться? Там у него хоть работа, а тут одни неприятности. Что это я вдруг про отца расхвастался? Ведь тогда на юбилей дяде Мите его удалось подпоить. Тогда уж он хорош был. Черт, как опаздывает. Послушай, а у тебя нет никаких связей с бурятами? А зачем тебе? То есть как зачем? Что ж это за Байкал без бурят? Есть, конечно. У нас в классе чуть не половина бурят было. У меня лучшая подруга бурятка. Да брось ты. А где она теперь? Здесь. Ну, то есть у себя в поселке. А к осени поедет в Улан-Удэ в оперный театр. Она балерина. Да брось ты. Это же я просто не знаю, что такое. Чего ж мы тут сидим? Мы можем к ней поехать? Конечно. Мы поедем. Куда сейчас? Это ведь 100 километров автобусом ехать надо. Явился. Здрасте. Опаздываете, молодой человек? Знакомьтесь, Лена Бармина. Да мы уже встречались как будто. Ну, что будем предпринимать? Ничего нового. Я буду задавать вопросы, а вы отвечать. Ну, а почему же именно здесь? Да так уж нужно. А Леночка что же будет делать? А Леночка будет слушать ваши глубокие мысли. Я замечаю, что ты сегодня не в духе. А почему я должна быть в духе, если вы опаздываете чуть не на 40 минут? Да виновата, справлюсь. Вот в этом я что-то сильно сомневаюсь. Видите, Леночка, не угодил я вашей подруге. А мне и не надо угождать. Речь идет об элементарной вежливости. Знаете, я ведь могу и обидеться. Ну и обижайтесь на здоровье. Плакать не будем. Видали персону? На телеге не объедешь. Ничего, пусть поразмыслит. Здравствуйте, девушка. Здравствуйте. Вы куда? Могу подвезти. Мы на автобусе. Нам далеко. Поехали далеко.
Да нет, это очень далеко. Поехали очень далеко? Да нет, ну это же 70 километров. Дорога ничего, автобус ходит. Танхой, знаете? Танхой, господи. Садитесь, поехали. Мне там как раз и дело найдется. А то и далеко. Ты что ж гостей-то не встречаешь? Ленка! Сейчас увидишь, сколько гостей к тебе понаехало. Кое с кем тебя познакомлю. Кто это? Сейчас увидишь. Спасибо. Вот познакомься, Василий Васильевич Черных. Здравствуйте. Катя, очень приятно. Вы Катя? Валя Королькова. Очень приятно. Заходите, пожалуйста. Ну что ты, это же Чебукиани. Что ты не знаешь Чебукиани, Улану? А это уже я. Ах, вот он какой. Ну что ты, это же парень самодеятельности. Из клуба «Серп и Мол». Мы там концерт однажды давали. Ничего, так способный парень. Сейчас я тебе моего покажу. Ну смотри. Вот он. Ну, пошли. Я чего приехал, Иван Георгиевич? Не разживусь ли у вас народом? Нужны строители по всем специальностям. Катя, садитесь сюда. Спасибо. Пока ты не туда сегодня вопрос задам. Ну, специалистов просить не буду. Это мы сами научим. Нужны люди. Очень нужны люди. Люди, наверное, есть. Поселок большой. Только не каждый захочет тутинель строить. Это почему же? Не каждый захочет Байкал портить. Если принципиальные, ни за что не пойдут. А разговоров об этом очень много. Простите, каких разговоров? Всяких. Ну вот, видите, к концу дня наконец попал и в беспринципные. Кем только за день не побываешь. Ну что, я так не сказал. Да нет, так именно и сказали. Хамабы. Бимулав. Что он сказал? Он сказал, что он не обижается. Видите ли, у меня на этот счет есть своя точка зрения. Я как раз думаю, что именно здесь, на Байкале, может быть, удастся одолеть эту, так сказать, инерцию истребления природы. Это же Байкал. Вы посмотрите, вся страна стала на защиту. Далеко ли за примером ходить? Вот Лена, спросите-ка ее. Первое горло перегрызет за Байкал. И перегрызу. Вот видите. Сколько себя помню на этой работе, вечно одно и то же. И клянут нашего брата. Прямо затасковать можно, ей-богу. Ведь ничего не меняется. Ничего не меняется. Как был, так и есть.
Как только заходит речь об охране природы, находятся аргументы. Подождем, завтра сделаем. А еще состроим умный вид и подмигнем. Мол, есть дела поважнее. Ну, получается, все может человек. Современная наука и техника творит чудеса. А вот научиться очистить сбросовую воду не можем. Не можем, никак и все. Позвольте уж не поверить. Вот именно, может быть, здесь, на Байкале-то и дать бой. И стащить, наконец, эту проклятую проблему с мертвой точки. Ведь Байкал, кроме того, еще и защищает сам себя. Чистотой своей. Так вот и помочь ему. Дать бой, устоять насмерть. Знаете что, мне кажется, что вы сейчас занимаетесь самоуспокоением. Вот и надо, чтобы все стояли насмерть. Вы-то станете, а другие в кусты. А тогда прощай, Байкал. Вот именно. Ну, с таким настроением, знаете, ни одного дела не выиграешь. Нет, я о другом говорю. Если всерьез захотите, если очень захочешь и всерьез, все можно одолеть. Все? Все. Все, 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 все. Все, 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 кроме смерти. Тут, кажется, не все ясно. Да, ну вот боже. Вот боже. Что, выпьем? Да, под такую закуску. Грех не выжить, как говорится. Ну что же, за Байкал? Ну так что же, сейчас посмотрим, кто из нас истинно сибиряк здесь. Позы. Ага, первая ошибка. Трагическая ошибка. Вилка, вилка, ручкой. Ручкой, Валенька, ручкой. А. Вкуснятина необыкновенная. М? А ну-ка, подержи-ка. Тут, говорят, у вас где-то художник живет. Живет. Урищенко. Сам-то он украинец, а женат на моей двоюродной сестре Люсе. А можно к ним сходить? Ну, а чего ж нельзя? Сходим. Доброе утро! Доброе утро! Ну, как? А рыба-то где? Рыба? Рыбу речки где же ищем? Все на своих местах. Здравствуйте, Николай Иванович. Здравствуйте. Ни черта, слушайте, нет. Набродился так, три штуки поймал. Куда же рыба-то подевалась? Речку никто не загаживает. А кто ее знает? Выходная, может быть, или на пенсию пошла. Разве что.
знаешь, мне все-таки чекатка в меди больше нравится. Стали что-то холодное, мрачное. Ну, видимо, материал-то не случайно выбирает. Конечно, разный характер, разная техника. Слушай, так ведь это же мой дед. Ты помнишь деда? Конечно. Ты знаешь, пожалуй, да. Ну, конечно, это он. Что? Да я говорю, что это мой дед. Вот он так все время сидел с щетками, перебирал их, помнишь? Угу. И глаза абсолютно его. Руки отмывай, сейчас придет. Ой, откуда ты такая красота? Это Володина чеканка. Я сейчас. Интересно. Здравствуйте. Здравствуйте. Неужто Лена? Да, Лена. Ну, молодец. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы извините нас, пожалуйста, незваные гости. Я очень доволен. Скажите-ка, вот этот бурхан из Доцана какого-нибудь? Да, вероятно, из Доцана. Это где-то геологи нашли. А это что же, с религией, что ли, воевал тут? Да стреляли. Попали. Черт его знает. Я ведь не шибко разбираюсь во всем этом. Но мне почему-то все это ужасно нравится. Да? Да, представьте себе. Как быть? Ну, тут просто могут быть несколько иные причины. Ну, скажем, хорошее настроение. Да, хорошее настроение в нашем деле имеет существенное значение. И даже не столько в творчестве, сколько в критике. Вот тут я вас готов понять. Простите, как вы сказали? Это я сказал, Валя. Я сказал, что у меня прекрасное настроение. И, пожалуй, это следует туда записать. По-моему, это важно для потомков. А? Шутить изволите. Да ведь все по тому же хорошее настроение. Ну, путешественница. То не закрывай. Жарко. Хорошо. Ну, интересно было? Да. Завтра тебе все расскажу. Ну, спи спокойно. Слаб человек. Да чего ж слаб? Я ничего отцу не скажу. Можно об этом сказать. Об этом подумать-то страшно. Что за человек? Ничтожество какое-то. Ну, ехали вместе. Говорили. Что же из этого следует? Господи. Взрослый человек, пожилой даже. Что я ему, да и зачем?
когда прощались, взял за руку. У меня ноги подкосились. Что это со мной такое? Человек, а животное какое-то. Совершенно не способно управлять собой. Кому об этом скажешь? Ужас. Леночка. Леночка, не бойтесь, это я. Кто вы? Ну, я. Не бойтесь, подойдите на минутку. Извините, но не мог. Что? Не мог. Не пришел. Извините. Вам надо пойти спать. Да. Спасибо за совет. Идите спать. Боитесь, да? Скажите, пожалуйста, что вы считаете? Выйдите, ну-ка, прошу. Ну, лично я прошу на минутку. Это тише, вы всех разбудите. Выйдите. Хорошо, сейчас вы тут только спустите, я закрою окно. Зачем? Так надо. Военная хитрость, да? Еще не хватало. Леночка.